Зачастую доводится слышать о каком-нибудь бездельнике, что он бьет баклуши и точит лясы. Дело в том, что бить баклуши – это очень простая, незатейливая работа для учеников-лошкарей, заключающаяся в подготовке заготовок для ложек, которые специально оббивали, чтобы они принимали нужную форму. В то время как точить лясы – это тоже столярная работа, но значительно более высокого класса. Дело в том, что лясы или балясы – это витиеватые резные столбики, которые были очень популярны на верандах, на балкончиках барских усадеб в 18-19 веках. Для того, чтобы точить лясы, нужно было быть высоким специалистом. Поэтому, собственно говоря, точить лясы – это не просто болтать, а вести причудливую, витиеватую, тонкую беседу. Поэтому человек, который бьет баклуши, соответственно, занимается простой работой и точит лясы, это вряд ли один и тот же человек.